За прошедшую неделю аварийных ситуаций не возникло. В этот раз отчеты представителей городских организаций были краткие. Работа предприятия шла в штатном режиме. Специалисты благоустройства продолжали вывозить снег, расширять тротуары и проезжие части. При уборке территории они сталкиваются с определенной проблемой. Несмотря на объявление, предупреждающее о работе специализированной техники, водители оставляют свои машины на парковках. Уважаемые автомобилисты, есть очень большая просьба. Если вы видите, что работает техника на стоянке, чтобы почистить стоянку около вашего дома, пожалуйста, выходите и отгоняйте свои машины. Потому что сколько мы ни пытались вешать объявления за день до этого, как стоят машины, так и стоят, никто не убирает, а жалобы идут. На оперативном совещании прозвучала информация о событиях в сферах образования и культуры. С 1 февраля начался прием заявлений от родителей будущих первоклассников. Пока подано 57 документов. Всего в 2019 году планируется сформировать 8 первых классов, в которые будут ходить около 200 ребят. О победах пущенцев рассказал Андрей Макеев. 2 февраля в Воскресенске прошли соревнования по плаванию на Кубок главы Воскресенского муниципального района. Пущинские пловцы завоевали 5 медалей. Одну золотую, 2 серебряных и 2 бронзовые. Также он проанонсировал события. В ЦК «Аэровертикаль» 8 февраля в 16:00 состоится праздник, посвященный Дню науки. А на следующий день в 17:00 театр-студия «Лица» приглашает Центр культурного развития на премьеру спектакля «Осторожно, женщины». Екатерина Рускова, Андрей Михалин, Тимофей Якимов, ТВС «Пущино».